Самый интересный вопрос в данном случае, как появилась идея, с чего? Когда еще в 2015 году, в 2015 учредители создали фонд «Друзья» и решили, что главной миссией и задачей будет профессионализация отрасли, родилась идея создания первой онлайн-платформы по интеллектуальному волонтерству. Мы ее придумали и назвали, сказали, «Прочерити». У нас есть большой партнер и помощник в этом проекте, это компания MasterCard. Но самое интересное, что в момент создания идеи и на всех этапах развития и потом финализации в виде уже реально работающей платформы, это тоже были наши помощники, интеллектуальные волонтеры. Это были люди, которые вместе с нами, интеллектуальные волонтеры, эксперты, которые придумывали концепт, которые расписывали архитектуру проекта, которые делали техническое задание для веб-разработчиков. Был интеллектуальный волонтер, который помогал нам найти этих веб-разработчиков и провести свой такой мини-тендер внутри. В общем, как говорит наш любимый Иван Ургант, наш председатель поп-совета, человек человеку – волонтер. Ну, то есть вы бы оценили на пятерку все шло легко и просто и гладко, потому что работали волонтеры, и все они были умные. Все те, кто нам помогал создавать, придумывать и реализовывать эту платформу, да, большие молодцы, мы им очень благодарны. Сейчас платформа работает, слушайте, как и на любой платформе, есть то, что получается, есть то, что надо докручивать, то, что надо придумывать еще, и мы это, мне кажется, успешно делаем.